Вот этот лот я очень ждала, правда. Это подвеска, которая называется «Бриллиантовая россыпь». Всего 990 рублей. Номер лота 56179. Ой, я когда смотрю, я прям пропадаю. Выгода 1000 рублей. Снова в эфире. Реальная эта подвеска была у нас один единственный раз. Я помню тот день. Я помню, с каким восхищением все-все-все женщины нашего телеканала сбежали смотреть на эту великолепную подвеску. Посмотрите, у нас здесь идет эффект бриллиантовой россыпи, за счет чего мы его достигаем. Вот эти вот серые такие камушки, которых здесь великое количество, вы видите, да? Вот они мигают, вот они сверкают, вот они. Это марказиты. Это природный минерал. Это самоцвет. Это марказит, который с фарси переводится как лучистый. Его еще иногда называют капельным серебром. Серебра в составе самого марказита нет, это все-таки камень, а не металл. Но выглядит реально вот как капельки серебра застывших, да? Кстати, марказит обладает очень сильными магическими свойствами. Говорят, марказит просто способен расщеплять сгустки негативной энергии, способен улаживать какие-то конфликты, способен создавать добро, например, какое-то, да, с вами. Вот если случаются какие-то неприятные ситуации, то марказит отводит буквально все вот эти негативные взгляды. В серединке у нас горят кубические цирконы. Посмотрите, как здорово. Великолепно. И хоть наши фианиты, наши кубические цирконы, это камни синтезированно выращенные, да? А мы с вами знаем, что по миллиметру буквально в час они нарастают. И в принципе, вот если марказит это природный минерал, а фианит и кубический циркон это синтезированный руками человека материал, он в принципе не обладает, да, энергетикой как природный. Но оказывается, что выяснили астрологи, это мощный символ ученых. Он умножает знания, он помогает в учебе, он помогает найти новые какие-то вот подходы. Вы знаете, знания в этом плане не только там школьные какие-то, студенческие, нет, знания по жизни. Он как бы открывает портал для того, чтобы к вам приходили эти новые знания. Казалось бы, уже не ждешь ничего, когда смотришь на красивую такую вещицу, думаешь, ну вот красиво и красиво, а тут еще такие магические мощные свойства, которые буквально притягивают вам успех в вашу жизнь. Это, конечно, невероятно, дорогие мои. Здесь 36 марказитов и 7 фианитов. Очень богато смотрится. Великолепное изделие. Не забывайте, пожалуйста, что это серебряная подвеска. Ну, серебряные подвески в магазине, ну, сколько стоят? Ну, давайте с вами так прикинем. Серебряная подвеска может стоить в среднем, ну, такая маленькая, я не знаю, вообще незаметная, ну, где-то 1000-2. Вот так. А у нас с вами вполне себе, ничего себе, такая неслабая подвесочка. Давайте мы ее, кстати, тоже и замерим. Ну, примерно так диаметр. Сколько? Ну, где-то примерно 1,5 сантиметра, не меньше. А если мы с вами с Бейлом будем замерять, да, вот до сюда, то вполне себе 2, можно сказать, представляете? И ведь Бейл у нас тоже из серебра 925-й пробы, вот он деталь, да? Видите, у нас идет соединительное кольцо, оно, кстати, без спаек, без клея, без всего, литое. И Бейл у нас литой, кстати, на Бейле вот там вот, видно вам? Ну, мы сейчас паспорт покажем. Там проба. И там именик, то есть это действительно серебряная подвеска, драгоценная. В Бейл вы можете вставить абсолютно любую цепочку, любого диаметра, или кожаный шнурок, или бархотку. Вот как вы захотите, как вы видите свой образ, так и, пожалуйста, колдуйте здесь. Мы вам рекомендации только можем дать. Ну и, конечно, я всем настоятельно рекомендую приобрести серебряную подвеску, ведь это серебро 925-й пробы. Мы обязательно вкладываем вам вот такой вот сертификат. Это российское производство, это российский отечественный бренд. Я сейчас вам переверну обратной стороной. Вот здесь мы видим 36 марказитов и 7 фианитов. Вы получаете обязательно подтверждение. Марказит, я напоминаю, это природный минерал. Он несет в себе мощнейший природный заряд, мощную силу. Обратите внимание, вот сейчас на макросъемке мы с вами наблюдаем, как закреплены деликатно наши камушки. Они закреплены при помощи корнерной закрепки. Корнерная закрепка, одна из самых надежных, это такие металлические шарики из серебра в данном случае, которые как бы обнимают каждый камушек. То есть из каждого в 36 марказитов у нас по 4 вот таких вот шарика держат. Великолепный дизайн, складывается все это в такую спираль, в такую завораживающую, интересную картину, которая напоминает нам, ну, например, как вселенная, да, какая-то Млечный Путь, такой женственный, прям...
Знаете, я когда смотрю на эту подвеску, я понимаю, насколько она мощной женской энергетикой обладает. Мужчины просто шеи сворачивают. Ну и обратите внимание, что бриллиантовой россыпи в подвесках осталось только 39 экземпляров. 990 рублей – это серебро 925-й пробы.